Добро пожаловать на просмотр РПшки по фарминг симулятору 2017. Как же давно и долго вы просили РПшку по фармингу, связанную с пожарной техникой. То есть, чтобы произошел какой-то пожар, РПшка, в общем, я все-таки решил эту серию снять. И сегодня у нас произошел реальный трэш, реальная беда, так сказать. У нас упал самолет, в общем, в поле, такой грузовой, и там возник пожар. То есть, мы сейчас тут на пожарном пруду заправляемся. Но он не совсем пожарный, но из чего приходится, из того и заправляемся. Вот два КамАЗа стоят, я сажусь первый, второй еще заправляется. И поедем на место ЧП. Сразу говорю, там будут просадки FPS, так как там очень много пожарной техники. Потому что там реально произошла такая жесткая авария, чрезвычайное происшествие. И нужно сейчас туда спешить. По старинке включаем сирену и выезжаем на место ЧП. Все, топим. Вот такой вот КамАЗ сейчас тоже покажу вам. Ой, не закрыл люк задний после того, как заправился, он бывает. И все, погнали скорее. Уберу лишние показатели, чтобы не мешалось. Не скрывала картинку, в общем. И погнали. Давно серии на канале не было, так как сейчас начинаются экзамены. Вот видео снимаю в субботу, выложу где-то в воскресенье. И уже в понедельник у меня будет первый экзамен из трех. Один я уже сдал, сейчас вот будет второй экзамен. Поэтому как-то так. Но ничего, скоро будет лето, РПшки будут гораздо чаще выходить. И что ж, вот уже вся картинка прорисовывается, и сейчас самое интересное, просто вот стоит самолет, и он горит. Здесь уже депсы приехали на пятнашке, и, собственно, сам самолет. Уже огонь перебросился на поле, поэтому как можно скорее едем. Здесь спецслужб наехала, вот УАЗик приехал. Вот, я предупреждал, просадки FPS уже пошли, техники очень много. Две скорые приехали, уже носилки достали. Еще один КамАЗ пожарный стоит. Пожарный ЗИЛ, я МЧС, газелька. Вот так вот это все дело выглядит. И сам самолет грузовой. Сейчас нам нужно заезжать в поле. Остальные ребята будут заходить с периметра, чтобы огонь не перебросился на поле. Дальше, точнее, чтобы не распространился, он уже перебросился. Так, мы открываем задний люк, который мы забыли закрыть. Ставим шланги и все, выходим. Можно чуть-чуть даже назад сдать, чтобы длины шланга наверняка хватило. И сначала будем тушить поле, чтобы дальше не распространилось все это дело. Так, все, стоим. Близко подъезжать не буду. Сирену, кстати, надо выключить, а то она тут будет тараторить без конца. Итак, подходим, берем шланг. Вода есть, надеюсь, да? Вот. И все, погнали тушить. Срочно, срочно нужно все тушить. Тут растет кукуруза. Какому-то фермеру не повезло крайне. На его поле целый самолет приземлился. В конце серии еще расскажу, где брать эти моды, у кого я их брал. Они приватные, но не все. Некоторые из них есть в общем доступе. И скачать их не составляет никакого труда. Тушим. Здесь горит двигатель, и вот от него по крылу на поле перешел огонь, и, соответственно, загорелась кукуруза, которая только еще растет. Это однозначно потери в хозяйстве. И вот таким вот макаром мы все и тушим. Все, эту часть мы потушили. Даже лючки у него сразу все открылись. Все черное. Поливаем, чтобы снова ничего не загорелось. Сейчас нужно будет переезжать на ту сторону. Потому что длины шланга уже не хватает. Даже задний люк автоматически открылся. Изнутри все тоже полыхает, заходить не буду. Но с этой стороны, я думаю, более-менее все. Нужно переходить на ту сторону. Все, скорее бежим. Ложим шланг на место. И садимся в КамАЗ. Все закрываем. Задний люк не буду закрывать, так как нам задом отъехать буквально чуть-чуть.
Вот у нас прямо здесь сейчас все это будет происходить. Тут все культуры давим у фермера, но, к сожалению, по-другому никак. Иначе здесь полностью, подчистую, все выгорит. Я думаю, будет это гораздо хуже, если мы не спасем поле. Все, выходим из КамАЗа, скорее хватаем шланг и погнали. С этой стороны тоже вот здесь прям полыхает все капитально. Надеюсь, на ту сторону снова переходить не начал. Так, частично, но не критично. Шасси, хорошо, что выпущены. Он так проскользил недалеко, хотя, ну как сказать, до середины поля-то он не доехал. Но все равно пропахал он с собой тоже немало. Насчет пострадавших ничего не известно, но так как он грузовой, пассажиров там, соответственно, не было, только два пилота. Тут кабину огонь особо не захватывает. Здесь горит задняя грузовая часть и двигатели. Вот. Таким вот образом мы все тушим. И после этого будем все рассматривать, посмотрим, что да как. И тушим двигатель. Вообще огонь сильный. И все, это мы тоже потушили. С пожаром мы справились. Ну все, мы в основном все потушили. Они сейчас пусть ходят и все охлаждают, обрызгивают, чтобы воспламенение повторного не произошло. Ну что, вот такой вот самолет Ан-26 упал в поле. Сейчас будем расследовать, приедет Следственный комитет и будем решать, расследовать, из-за чего все это произошло. Внутрь заходить не буду. Так вот посмотрим только. Изнутри он вообще пустой полностью был, поэтому таких потерь нет. Надеюсь, люди в нем живы. Скажите, где же здесь можно остаться живым, когда весь самолет практически упал и выгорел. Но кто знает. Сейчас покажу вам остальную команду пожарную. Хочу рассказать вам про этот КамАЗ. Про два КамАЗа пожарные. Они есть в общем доступе, их можно скачать. А вот этот самолет Ан-26 и ЗИЛ-130 пожарный, они приватные, их нужно покупать у автора мода этих модов Пикселя. Ссылочка на него будет в описании. Тоже качественные такие моды делают. На него я уже не раз оставлял ссылку в описании. Многие моды у меня у него есть. Вот. В общем, как-то так. Это газелька МЧС России. И две пожарные газельки. Ой, что говорю, это пожарные. Две газельки скорой помощи. Газелька МЧС и вот этот УАЗик полицейский. Они принадлежат Олегу. Романько, Романька, ссылочка на него тоже будет в описании. Заходите, приобретайте моды, там много есть чего еще, как и у Пикселя. Что ж, ну а вот та пятнашка, она тоже из общего доступа. Ну и мод на пожар тоже из общего доступа. Все, в общем, как-то так вот я рассказал. УАЗик тоже хороший. 63-й регион, Тольятти, если не ошибаюсь. Гудок крутой, кряковка, как полагается. И газельки тоже, у них выкатываются даже вот носилки. Все как в реальном мире. Такие вот замечательные моды. Ну, КамАЗ мы уже посмотрели. ЗИЛ тоже, МЧС, газель. Еще не смотрели, здесь внутри рации есть. Сирена. Все как полагается. Что ж, ну вот такая вот РПшка получилась. Мы справились с пожаром. Как уже говорил, сейчас будем все это расследовать, дело доделывать. И как-то этот самолет нужно теперь вызволять с поля. И восстанавливать весь ущерб. Что ж, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про колокольчик. Встретимся в следующем видео.